Я еду в водоворот, пацаны! 84. О, я полетел! Всем здорово, друзья, с вами Яла. Что ж, шестой сезон Fortnite в самом разгаре, и много новых вопросов возникает, что будет, если... Что ж, сегодня в этом видео я покажу вам, что будет, если заехать на тележке в новую локацию Водоворот, которая на Подлом пруду. Мы вместе с Доми и Литпутом решили собраться и сыграть в отрядах. Получилась довольно-таки странная игра, но было много интересных моментов. Надеюсь, вам понравится. Да, ребят, кстати, не забывайте, что у нас есть мерч отряд Яла. Ссылка есть в описании под этим видео. Там различные футболки, кепки, кофты, все в стилистике канала, новые принты. Надеюсь, вам понравится. Что ж, всем приятного просмотра. Погнали! Или куб, или водоворот называть, это воронка уже... Водоворот, воронка, водоворот, да. Окей. Водоворот. Куб проще был. Сложно называть. Водоворот. Водоворот. Водоворот, может. Водоворот. Давайте на Бродлбилла. Куда летим? На Бродлбилла. Чего? Куда? На Бродлбилла. Непонятно, что же. Так, не умирайте, пацаны. Чего, читераст? О, не послышалось. Читераст. Ну, это ты так сказал. Там дробовик что занялся, у меня пистолеты. Окей. У меня патроны есть. Почему М-ка не выпадает, ё-моё? Дайте М-ку. А, на островке справа от нас 30, 330. Да, но у меня тут кроме дробовиков ничего нету, даже пострелять по ним не могу. О, да конечно, конечно. У тебя броня сзади. Да, я знаю, это моя. Но вдруг ты не заметил? А, он меня сбил вообще, понял. Я, наверное, добью его. Да блин. Я добью, говорю. О, ко мне пришел. А, я иду к тебе, дай мне помогать. Есть. Пострелял меня? Да. Он еще стрелял летает, в чувака, да. Там двое. Так, что-то еще есть цена. Я, возможно, сейчас вернусь. Где двое? На мне. Иду. 3, 2, 1. А, сверху вот там. Да. Вижу. А где сверху? На этом? О, все, на островке, все. Двое. Ранил одного. Черт, я упал. Забрал. Не умирай, найс. Хорошо. Найс. Тут? Эй, дверь. Вроде фиксанули эту тему парного пистолета. Что? Вы слышали, как попала пуля? Да. Звук какой-то был тройной. Офигеть. Может, они в соло, кого? Значит, раз, два, три, давай. А, натуре. Че, на водоворот? О, летят. А вы к ним не идете, нет? Куда? Мы нет пока. Понял. Они где-то возле нас приземлились, снизу. Вон, вижу. А, вижу. О, добрый. Нет. Хорошо. Где? Еще кто-то приземлился. Ой, челик вижу. Ой, сундук. Сундук вижу. Сундук? Я, короче, вверх поплыл. Окей. Полетели? На башне. Ой, по нам стреляли с... Откуда? С... А, вижу. 70. О, из башни стреляют. Прямоугольный? Давайте что, на башню. На башню. На башню? Да. Блин, ладно. А ты к ним полетел, что ли? Ну, блин, да, то есть начал стрелять. Давайте тогда к вам. Там несколько на башнях. Угу. Мы на ключике. А, там у них еще 255 противники. Да, я понял. Давайте в бутербродах зажмем. Давайте. А, пушим тогда? Давайте. Я могу с граника сейчас начать, чтобы вас не скинуть. Аккуратно. Давай. Они спускаются. Блин. А, они сверху еще? Их пушат. Граника. Поливаю. Давай. Один липнулся. О, резов вообще нету. О. Хорошо. Что? Его? Ты его убил? Его снайпер убил, еще, чувак! Еще на мне. Что, да? Метров. Да ладно. Вау. На мне? Есть пресса? Чувак выпрыгнул вниз, а он с... Он в самом низу.
Насколько? Давай. О-о-о, вот он. Это чуть не низ. Он этим, граплером. А, граплером, понял. Окей. Сколько у него в граплере? А мне еще! Хорошо. Что за... Есть. Да блин, они все ко мне приходят, а дом их убивает. Ну я просто в удобной позиции стою, и они вниз падают. А, тут еще 4 мини. Блин, Лид, мне нравится, как ты... Мы сражаемся, и Лид такой... Ресов нет? У нас тут файт, он... Ресов нет? Пацаны, может ресы есть? Сейчас, пацаны, самое, сейчас самое время скинуть мне ресы, пацаны. Вот прямо сейчас, когда на Яла прыгает чувак с граплером. Да. Доми, у тебя там как? Да у меня тут файт, я не могу, блин, отстреливайся. А ресов нет у тебя? Пожалуйста. Да, может патронов немножко? Маленькую. Нам 26 секунд, давайте на водоворот обратно. Чуваки, хотите на тележке на водовороте? Что? Далеко. Что будет, если на тележке заехать в водоворот? Мы полетим на 3 секунды, типа. Ничего. Ничего. Она на водовороте поднимается. Давай, снайпи его. Высоко. Unreal. Двое. Трое там. Мы идем туда? На водоворот, да, можно, можно. Там с путом приедем туда. Тут вторая тележка. А что будет, если на двух тележках? Да-да-да, что будет, если на двух тележках заехать в водоворот? О, чё вы пока? А ничего, мне под телегу становиться. Блин, меня снайпнут, похоже. А, туда нельзя заехать. Туда нельзя заехать. Ну, не нельзя, а тут это, какая-то преграда. Сейчас я чуть-чуть объеду её. Сюда реально нельзя заехать на телеге? Да чё, не. А, можно, можно, всё, вот. Перевалил. Я тебя потолкнул. Да. О, они улетают, втроем улетают. Я еду в водоворот, пацаны! 84. О, я полетел! Да, куда? Ладно, я на остров, пацаны, я на остров. Чуваки, на ней же можно целиться! О, нет, я упал! GG, пацаны! Что? Я выжил! Что? Я упал и выжил! Мне не нанесся урон! Ну, водоворот, наверное, дает это, да, труба. Вряд ли. В смысле дает? Ничего он не дает. Он дельтаплан дает открыть. Что я вы? Они на камнях 49, чуваки. Сейчас приду. На камнях 49? Да. 50. Я не вижу. Вон, а вы уже здесь? А вы видели, как я упал, нет? А, на тех камнях. Да. Я же говорю, 49. Ну я 40 снял одного и... На камнях 49, на камнях, пацаны. О, я вижу призрака. Тень бежит, да. Блин, попасть бы в него. Прикинь, как тень вырубить, да, со снайперки? Угу. Кто его подумать будет, видно тень? Там три тени, чуваки. А, чёрт. Я хочу на гидранте прыгнуть и снайпить кого-нибудь. Офигеть, там полно людей. Блин, может, к ним полетели? Не знаю, полетели. Смотрите, 88 коробка. Давайте на нее нападем. Давайте, давайте. Давайте. Аирдроп под нами, можно их напасть. Да, 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 давай, давай, под аирдропом. Он один. И это, скорее всего, тиммейты здесь. Я на этих чуваков. Есть. Давайте ко мне, пацаны. Сейчас. Их двое здесь. Хорошо. Я джампэд поставлю, я... На уровне? Я очень... Найс, есть. Найс. Все, вырубили? Да. Подхапчик-то. А тут этот, золотой барик. О, можно? А сколько? А, 3, я возьму 7 тогда свои. Золотой скарс. Типы сражаются. Окей, давайте к ним. 18. Ой, они там. Можно тень заюзать. Да, я чувака можно. Добил одного. Хорошо. Давайте тень заюзаем. Их в постройке, прям в постройке к ним. Вон, видишь, наверху чувак выстроился. Давайте, три тени и к нему, все к нему, давайте. Я его, наверное, убью быстрее. Не-не-не-не, вот тут чувак рядом бегает. О, он меня видит. Одного нокнул.
О, черт, он меня видит. Ай, блин, он меня увидел, гад. Ты его убил? GG, да. Я его убью, наверное, я его убью. Но он просто торчал, и что мне с ним делать уже? Ну ладно. Так, внизу лута много очень, подбирайте. О, 10 человек осталось. О, на мне! Что еще? Да камон. Где? Все. Капец, как же это бесит. Что бесит? Спину просто наглый. Окей, я пью баночку свою. Вау. Да, они там застраивают. Да, там какая-то, да, жесткая штука. Можете барьками разрушить. Да, я так и делаю. О, один упал вниз. Они сползают. Стоп, я не пойму, один за постройкой здесь? Сидит? Да, 261, да? Окей. Okay. А, нет. Понял, фейк инфа. Фейк инфа, да. Чё, поднимаемся? Не знаю, нам нужно. А, наверное, не нужно. Давайте лучше займем другую часть горы. Давайте зону займем. Которая, да. Не... да, да. О, кому-то попали. По мне попали. Вижу, где они сражаются. What the fuck? Пять литпут от снайперки. Тебя добьют? Я хилюсь? Ну, да. У меня ракеты... Я пытаюсь! Ладно. Ну ладно. Это... большая проблема у нас. Ого. Ого. На тебе одна. Сейчас я попробую, Ялыч. Попробуй позастраиваться еще. Ну, не, их тут много. Меня с трех сторон стреляют.